Здравствуйте, всех приветствую. Добро пожаловать на заседание, посвященное администрированию данных и обеспечению защиты приватности. Я сегодня буду вашим ведущим. Меня зовут Карл Рауч. Я приветствую всех в зале и приветствую всех, кто подключился дистанционно. Надеюсь, что у вас есть наготове карандаши, ручки, блокноты для того, чтобы вы вели записи. Сегодня мы с вами посмотрим на тему администрирования данных и защиты приватности, что у нас прописано и что происходит на самом деле. Мы внимательно изучим этот вопрос, посмотрим на разные темы, разные аспекты этой проблемы, например, приватность, защита мультистейкхолдерной модели. Что мы защищаем, людей или данные, каково общее понимание того, что такое данные, какие имеются возможности и угрозы, какие у нас есть успешные примеры и неудачи. У нас прекрасная группа экспертов сегодня собралась. Пилар Харнес на связи у нас по интернету. Это автор отчетов ЮНКТАД 21 и 22 годов. Она занимается цифровой торговлей и работает в отделе цифровой экономики ЮНКТАД. Кроме того, у нас на связи также Артуро Муэнте Кунигами, представляющий Межамериканский банк развития. Это ведущий специалист по модернизации. Занимается различными аспектами этой работы. Кроме того, с нами Бенгас Мцесан. Это исполнительный директор в нигерийской организации, которая называется Paradigm Initiative. Кроме того, у нас есть посол Натаниэл Пик, кто только что был посвящен должность в этом году. Это специальный посол ООН по цифровым технологиям и цифровой политике. Кроме того, у нас есть человек, представляющий Южную Африку, это Лунгитембо Мазибу. И человек, представляющий программу женщин, Шина Гмезмагения. Она сейчас координирует проект «Наши голоса в будущем». И кроме того, у нас есть Флориан Маркес с нами сегодня, это менеджер проектов в компании, называющейся Proud Engineers, которая также занимается цифровой трансформацией в разных странах. Итак, я представила вам наших докладчиков, наших экспертов. Они сейчас выскажут свое мнение, и после этого мы заслушаем вопросы и постараемся на них ответить. Пилар, вам слово. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, приветствую всех. Благодарю организаторов за то, что меня пригласили поучаствовать в этом заседании. Я расскажу вам о тех изысканиях, которых тех результатах, которых мы достигли в нашей работе по цифровым данным. Очень важно, потому что данные в данном случае выступают в качестве экономического ресурса. Они представляют собой большую экономическую ценность для развития. Это очень важно для общества, но при этом возникают различные риски, связанные с обеспечением приватности, гипербезопасности. Данные
обязательно должны предоставляться, но при этом должны учитываться права человека и все связанные с этим обеспокоенности. Данные при должном администрировании помогут нам разбираться и решать различные вопросы, например, пандемия или глобальное изменение климата, также защищать права человека. Но при их злоупотреблении данными мы можем столкнуться с рядом проблем. У нас за последние годы накопилось огромное количество данных. Мы видим, как в геометрической прогрессии эти данные нарастают сейчас и накапливаются. Это стало одним из факторов в дисбалансе в мировой экономике и в цифровом разрыве. Огромное количество людей до сих пор не имеет доступа к интернету. И в некоторых менее развитых странах один из пяти человек имеет доступ к интернету. Тем не менее, цифровая экономика пошла далеко вперед, и она, к сожалению, не равномерно распределена по планете. У нас есть примеры таких стран, как США и Китай, у которых есть прекрасный контроль над своими громадными банками данных. И, с другой стороны, они могут, соответственно, управлять данными и, так сказать, диктовать в некоторых случаях свои правила. Мы должны посмотреть на всю картину с точки зрения управления данными. Многие страны выражают обеспокоенность в том, что они остаются как бы на обочине этих процессов и не имеют своих глобальных платформ. С другой стороны, глобальные данные очень сильно фрагментированы. Они действительно играют важную роль в цифровой экономике. Но мы говорим о, например, США, где данные администрируются в основном частным сектором. В Китае это, наоборот, роль правительства. И все такие подходы разные играют свою роль в мировой экономике. Это представляет собой определенную проблему и создает некоторое напряжение. То, что мы видим сейчас в администрировании данных, то, что цифровая экономика, основанная на данных, она иногда идет вразрез с философией интернета как открытого пространства с свободным выражением мыслей и с равными возможностями. Очень часто для менее развитых стран это имеет отрицательные последствия. Мы достигли ряда национальных, межнациональных и местных соглашений в части управления данными, их администрирования. Мы подчеркиваем важность различных ролей этих структур. И мы понимаем важность создания законодательства в этой сфере, в части торговли, обеспечения приватности данных и различных других аспектов. А на самом деле это международная проблема. И начинается она, конечно, на местном уровне, и решать ее нужно глобально. И неспособность направить данные является проблемой. Мы видим в рамках работы на будущее необходимость создания более сбалансированного подхода, поиска общей платформы, которая позволит найти эти решения на благо всей планеты. И
для того, чтобы избежать дальнейшей фрагментации в цифровом пространстве и обеспечить глобальные данные, убрать неравенство. И в итоге мы надеемся или считаем, что данные должны перемещаться как можно более свободно. И мы видим целый ряд политик, направлений по политике, которые необходимо решать с точки зрения различной работы с данными, доступа к соответствующим данным, укрепления данных и также поиска различных форм поддержания важности данных, выработки стандартов, повышения международного сотрудничества в управлении цифровой платформой в области налогообложения и конкуренции. Мы считаем, что ООН должна сыграть свою четкую роль и в выработке этого целостного подхода, и чтобы дискуссии не проходили разобщенно. ООН наиболее инклюзивный форум, и мы видим, что многие страны все равно остаются на полях, и нам необходимо, чтобы ООН выступил в роли координирующего органа для создания этого механизма работы с данными, и чтобы все страны были вовлечены, и потому что подход должен быть мультистейкхолдерный, и на этом я хотел бы завершить свое выступление, но еще раз призвать всех к новаторскому мышлению для выработки соответствующих решений. Артура, пожалуйста. Пилар, большое спасибо. Слышно меня? Отлично. У меня пару слайдов есть, я хотел бы их сразу показать. Надеюсь, что это у меня получится. Прежде всего, хочу поблагодарить за возможность выступить перед вами, за возможность принять участие в этом обсуждении. И мы в Латинской Америке работаем по этому направлению. Я хотел бы как раз и поделиться результатами нашей работы. Вот я использую вот эту карту для того, чтобы показать. Вот карта, которой я обычно пользуюсь. Вот что происходит. Видите, различные повестки, различные темы, которые касающиеся такой земли, которая называется данные. И вот правительство создает различные группы, которые касаются открытых данных. И у нас есть вопрос обмена данных, вопросы о взаимной совместимости, безопасности данных. У нас есть вопросы защиты, обмена. И вот эти различные новые технологии, которые все связаны с данными. И вот это затем повестка начинает расти. Вот видите, тут и искусственный интеллект, и они начинают наступать на пятки друг другу. И вот то, что мы не видим, и не видим выработки каких-то единых рекомендаций, которые позволяют работать. И я думаю, что мы можем ряд этих вопросов решить. Итак, что мы сделали? Мы провели сравнительный анализ относительно того, что происходит в нашем регионе с Межамериканским банком развития, который объединяет 26 стран в Южной Америке и стран Карибского бассейна. Из этих 26 стран 17 имеют законы о защите данных. То есть это примерно 65%. У нас есть 2-3 страны, которые оказали содействие в выработке законодательства. И здесь необходимо принять внимание то, что это
не какой-то бинарный вопрос. Есть страны, у которых есть уже законодательство, которое более 20 лет назад было принято, и оно требует, естественно, внесения в него изменений. Некоторые еще были сделаны, законодательства приняты до Европейского закона о защите данных. И то есть мы провели вот это сравнение с межамериканскими стандартами защиты данных, с различными странами Европы, в частности, с Испанией, Португалией. И стандарты сегодня соответствуют Европейскому закону о защите данных, GDPR. И мы провели сравнительный анализ законодательства. И есть, видите, QR-код для веб-сайта. Вы можете просканировать и получить к нему доступ. Мы провели также опрос среди 10 тысяч человек, проживающих в регионе. И мы хотели бы узнать, насколько люди знакомы с таким понятием, как защита данных, и что такое защита данных. И в частности о защите частных данных, в частности, как защищали данные во время вот, пандемии, какие вот различные приложения использовались и как защищаются данные там. И вот из 17 стран, из 26, и вот у нас есть еще несколько стран Карибского бассейна, с которыми мы не работали, но из вот этих 17, да, уже есть определенное законодательство. Еще раз повторюсь, что требуется внесение обновлений в это законодательство, некоторые приняты еще в 99 году, вот Белиз, например. Они внесли изменения уже в 2021 году, Эквадор в 2020 году, Барбадос также, по-моему, в 2019 году внес изменения. То есть сейчас некая волна вот таких изменений действительно проходит. Что касается стандартов защиты данных, они включают в себя передачу данных на международном уровне. И здесь существует разница между тем, что указано на бумаге, и реальностью. И фактически мы работаем на принципах и стандартах с точки зрения образования, законодательства, которое... И сведение его с европейским, это позволяет обмену данных с другими странами, где законодательство аналогично. И также различные определения различных провайдеров, подрядчиков. И это уже ложится на... плечи определенных компаний, которые занимаются обработкой данных. И правительство в ряде случаев пользуется облачными технологиями. Вот одна или две страны, по-моему, да, решили, что вся информация должна храниться на территории страны. И, соответственно, законодательство описывает, да, вопросы... соблюдение законодательства, насколько это можно сделать. Из 17 стран, и нам здесь необходимо также понимать, что большинство этих стран приняли законодательство относительно недавно, а в частности, вот ряд комиссаров в странах Карибского бассейна следят за соблюдением законодательств, но есть ряд стран, где еще, несмотря на правовую некую основу, нет ведомства, которое следит за соблюдением принятого законодательства. И вот один из параметров этого законодательства – это
независимость в принятии решений и это то, на что мы смотрим. Артура, извините, пожалуйста, вмешался модератор. Я, к сожалению, вынужден вас прервать. Большое спасибо за представленную информацию. Оставайтесь с нами, мы дадим вам слово снова. Благодарю вас, Артура. Да. И когда мы говорим об управлении в области данных и защите приватности, вопрос, который возникает, это вопрос доверия. И, к сожалению, то, что связано с доверием, идет с такое явление, как нарушение доверия. И 1,9 миллиарда – это количество людей, которые не имели доступа к интернету в первой половине 2022 года. То есть это не те, которые не подключены, а те, которых отключили намеренно. И вот в частности, и Эфиопия – одна из тех стран, где такое происходило. То есть мы говорим об управлении, говорим о защите приватности, но если не решать вот эти вот нарушения, которые происходили, то тогда здесь происходит подрыв доверия, и необходимо работать в данном направлении. Я считаю, что это очень важно. И по этой причине нам, да, очень важно обратить внимание на регион, в котором мы находимся, в Африке. И у нас есть определенная платформа, определенные рамки. Она с 2014 года существует. Целый ряд сессий IGF проходили, посвященные этому. И у нас 8 стран подписались. Нам нужно 15. При том, что у нас на континенте более 50 стран. То есть получается, что это не является приоритетным направлением, и это как раз вызывает очень серьезную обеспокоенность, потому что, да, необходимо привлечь к принятию участия в этом обсуждении. Может быть, пришло время сесть в самолет, прилететь или через Zoom как-то подключиться и принять участие в обсуждении. Когда мы говорим о управлении данными, есть различные организации и гражданского общества. IGF – это мультистейкхолдерная модель, образовательные круги, правительство, частный сектор. И есть одно центральное ведомство, которое играет важнейшую роль в управлении данными. И это ДПА. То есть и мы эту инициативу изучаем уже на протяжении 20 лет. Это то, что касается защиты данных на континенте. Мы конкретно рассматривали ситуацию в 30 странах, данные по защите. И мы в отчете пришли к следующему выводу. У нас есть проекты по сбору данных в различных странах, но нет правовых основ защиты этих данных. И здесь, конечно, наблюдается подрыв доверия. И когда у нас, вот, например, собираются биометрические данные населения агентством, а правовой основы для защиты этого нет. Во время коронавируса был период, когда нам действительно требовалось доверие. Было очень много данных собиралось для того, чтобы бороться с вирусом. Но один момент, вот, который был опубликован, что многие правительства инвестировали в сбор данных, но не инвестировали в защиту этих собранных данных. И мы видели нарушения со стороны ведомств, которые как раз обязаны были эти данные защищать,
И это привело к большому количеству ситуаций, когда граждане отказывались предоставлять данные правительствам, когда нужно было фактически принуждать их. И когда вас отрезают определенных услуг правительственных, это неправильно. И здесь мы говорим об управлении, говорим о защите, говорим об укреплении государственных институтов. И мы видим необходимость, которая выражается как раз в этих недостатках, в то, что мы видим во многих странах, и при этом у нас есть желание выделить ресурсы, выделить время для того, чтобы работать совместно, и это, конечно, положительная новость. Сейчас есть возможность привлечь правительство, привлечь пользователей, всех заинтересованных для того, чтобы внести свой вклад в эту работу, чтобы найти решение и не действовать так, чтобы доверие подрывалось. Благодарю вас. Господин посол, пожалуйста, вы такой красноречивый, слышал бы вас весь день, если честно. Благодарю вас за возможность принять участие в этом обсуждении. Я хотел бы начать с краткого объяснения, как мы в Госдепартаменте рассматриваем вопрос защиты данных и управления данными. Защита данных – это ключевой геополитический вопрос для наших стратегических интересов. Он важен для содействия подключению к интернету в рамках открытого, взаимосовместимого и надежного интернета во имя стабильного киберпространства. И если я кратко не коснусь важности доступа к электросвязи, к интернету, к цифровым технологиям, это является неотъемлемым правом человека и фундаментальным правом в современном обществе. Правительства должны оказывать поддержку и воздерживаться от отключения электросвязи в интернете и не изолировать регионы. Здесь, в Эфиопии, мы благодарим правительство о том, что был принят закон и были восстановлены услуги, в том числе и доступ в интернет во всех зонах конфликта. Обмен, управление данными, приватность являются центральными для этого аспекта. И мы изыскиваем возможность работы с сообществом для того, чтобы вырабатывать общие подходы, и мы хотим выработать различные решения в области политики, на которые открытые рыночные экономики и общество могут опереться. Если говорить о управлении данных и защите данных, есть три основополагающих принципа. Мы обязаны поддерживать и ту и другую цель, и защита данных, и содействие движению данных. Одновременно нужно поддерживать, потому что это фактически жизнь, это кровь, вот кровеносные системы этих компаний, для организации это является ключевым аспектом. Обмен данными является важным для международного сотрудничества, для научных изысканий, для работы по всей планете. И без защиты люди теряют доверие к передаче данных через границу. Мы не считаем, что защита эффективна, обязательно влияет на границы данных. Это первое. Теперь о втором принципе. Мы считаем, что очень важно обеспечить защиту данных, и она должна быть реализована на местах. Должны быть очень конкретные меры, которые будут ее обеспечивать. Мы видим, что все больше стран по всему миру приводят в соответствие свои правовые рамки,
Но при этом важно обеспечить и правоприменительную практику. Без нее невозможно обеспечить соблюдение этих новых законов. При этом важно помнить, что доверие играет важнейшую роль в цифровой экономике. Мультистейкхолдерный подход здесь тоже очень важен. Именно с учетом интересов и мнений разных заинтересованных сторон необходимо вырабатывать политику в области управления данными. Это очень важный принцип. Ну и, наконец, последний, третий принцип касается функциональной совместимости между разными странами, разными режимами, обеспечивающими приватность данных. У каждой страны есть своя специфика, культура, традиции, в том числе правовые и механизмы регулирования. Для того, чтобы обеспечить защиту данных с учетом местного контекста, нужно помнить о защите прав пользователей. И очень важно действовать последовательно для того, чтобы функциональная совместимость существовала, несмотря на государственные границы. Развитие такой функциональной совместимости для нашей страны, в частности для США, тема очень важная. Мы уделяем ей огромное внимание. Мы вырабатываем особые правила, которые регулируют эту функциональную совместимость. У нас есть стандарты в этой сфере. И эта общая система разрабатывалась с учетом тех компаний, которые действуют в этой среде. Таким образом, у нас есть определенные инструменты, у нас есть форум CDPR, который как раз занимается этими вопросами, и благодаря этому мы продвигаем такую ценность, как приватность данных и защита личных данных. Мы считаем, что очень многие страны будут присоединяться к этой работе в будущем, потому что они будут осознавать, насколько это важно. Все больше компаний будут получать соответствующие сертификаты, которые будут свидетельствовать об их приверженности защите приватности данных. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Благодарю вас за возможность выступить. Благодарю также коллег. Я думаю, что важно рассматривать данные в качестве новой валюты. У нас был вопрос, кого мы защищаем, данные или людей? Важно отметить, что от данных зависит будущее цифрового мира. И от этого зависит экономический рост, в особенности на нашем континенте. Данные постоянно используются, и темпы использования данных растут. Все больше данных мы получаем, пытаемся их обрабатывать. Это важно в самых разных сферах. При этом, конечно, важные условия – это создание правовых рамок, правовой основы для сбора и обработки данных. Продажа данных, наборов данных стала также важным элементом торговли. Это тоже важно учитывать в нашей работе. И, к сожалению, очень часто из-за более активного использования данных и их сбора наблюдаются нарушения, от которых страдают обычные люди. Важно помнить о том, что данные принадлежат людям. И в нашем регионе мы поддерживаем идею того, что первостепенной нашей задачей следует считать защиту приватности и защиту личных данных. Данные являются частью личной жизни каждого человека. И, конечно, важно обеспечить их сохранность. Для этого необходимы механизмы регулирования. Но, к сожалению, очень часто они проработаны только на бумаге, а на практике они не применяются. Мы видим, что есть какие-то меры, есть политика, стратегии, введены в работу определенные процедуры. Однако они не применяются на практике.
Кроме того, есть еще и этический аспект этих процессов. Опять же, мы здесь упираемся в очень важный вопрос. О какой именно этике мы говорим? От кого зависит ситуация? От того, кто получает прибыль от данных, или от кого-то другого? Таким образом, реализация этих механизмов на практике будет зависеть от нашей способности или готовности принимать конкретные меры, которые будут увязаны с этими общими стратегиями, о которых мы говорим. Мы стремимся к тому, чтобы наши системы постоянно совершенствовались. Мы используем различные методы защиты. Однако важно помнить, что если, например, мы будем использовать какие-то методы шифрования, то это может сказаться на времени обработки отрицательным образом. Таким образом, у нас есть разные аспекты, которые необходимо учитывать. Уже коллеги говорили о том, что еще один аспект, о котором важно помнить, это местная культурная специфика и существующие механизмы регулирования в разных странах. Для того, чтобы обеспечить свободные потоки данных между странами, мы должны координировать нашу деятельность. У нас должны быть созданы равные условия для всех. Мы надеемся, что нам удастся создать такую ситуацию, в которой мы сможем использовать данные и обеспечивать экономический рост нашим странам. Я уверен, что наша дискуссия будет продолжаться, и я еще не раз буду наверняка брать слово, поэтому сейчас передаю микрофон коллеге. Большое спасибо. Да, действительно, очень важные замечания, важные темы были затронуты. Я бы хотела вернуться к теме прав человека. Мы говорим о защите данных и о приватности. Мы говорим о том, что это не передовая практика, не надлежащая практика, а это неотъемлемое право человека. И обеспечение защиты данных подразумевает также защиту и других прав человека. Право на отсутствие дискриминации, на услуги здравоохранения, на образование, на доступ к демократическим правам, например, право на свободу собрания, на свободу слова и так далее. Также возвращаюсь к замечаниям коллег по поводу доступа. Мы все прекрасно знаем, что потоки данных очень важную роль играют. Действительно, данные становятся новой валютой. И в этом контексте, опять же, мы упираемся в вопрос прекращения функционирования интернета. Социальные сети также становятся важным источником дохода. Другие способы монетизации также более активно используются и развиваются. Это приводит к тому, что все больше данных собирается и обрабатывается. Поэтому важно проанализировать текущее положение дел и текущие правовые рамки и механизмы, существующие в разных странах. Возможно, стоит призадуматься о минимальных требованиях, которые должны быть прописаны в системе законодательства по защите личных данных. У нас уже есть определенные наработки и примеры того, как это может быть сделано. Также важно отметить существующие конвенции и необходимость продумать такие требования, которые бы подготовили правовую основу для обработки данных с учетом всех технических особенностей и с целью соблюдения защиты, сохранности данных, принципов точности данных и других технических аспектов обработки данных. Опять же, мы здесь возвращаемся к взаимозависимости, которая существует в самых разных отраслях между всеми нами. Есть ресурсы, которые мы можем объединять для того, чтобы оптимальным образом выполнять поставленную задачу. Мы будем по-прежнему отслеживать те вызовы, которые возникают в данной области. Да, нам нужны более качественные законы для того, чтобы все это работало. Но, как говорили коллеги,
даже в тех случаях, когда у нас есть законы, все равно нужно продолжать работать, потому что нужно уделять внимание еще и их применению на практике. То есть нужно сделать так, чтобы эти законы действительно соответствовали потребностям сообществ и применялись на практике. Также хотелось бы отметить, что очень часто в законодательстве не хватает требований, касающихся обработки данных госструктурами. Это также область, где необходима дополнительная работа, в том числе в разрезе прав человека и их соблюдения. Да, у нас есть определенные подвижки в области защиты данных, однако мы видим, что возникают все новые риски и новые угрозы, в том числе в связи с возникновением новых технологий. Поэтому нам предстоит помнить о том, что этот вопрос очень сложный. Он касается не только защиты данных, но и других аспектов. И важно также помнить о том, что любые наши решения могут иметь определенные последствия, в том числе иногда и неожиданные, побочные. Например, позитивная дискриминация и введение соответствующих законов, которые бы защищали те или иные группы, категории населения. Это та практика, которую мы можем проанализировать и попытаться сделать выводы о том, насколько это применимо и в других странах тоже. Автоматическое принятие решений, минимальный уровень соблюдения прав человека – это тоже важные вопросы, которые помогли бы нам лучше понимать, как обеспечить транспарентность в системе, как сделать так, чтобы права людей соблюдались более эффективно. Далее, трансграничные потоки данных. Тоже хочу к этому вопросу обратиться, потому что здесь мы тоже упираемся в вопрос прав человека. Мы знаем, что локализация данных – это вопрос, который тоже очень сложен, и здесь могут быть определенные препятствия, которые возникают на нашем пути. Мы должны помнить о том, что с одной стороны у нас есть правительство, с другой стороны есть компании. Не всегда это взаимодействие между ними оказывается эффективным. Далее, также мы говорим о фрагментации интернета. Это тоже серьезная проблема, которая непосредственно связана и проистекает из вот этих особенностей. Наконец, мы, как уже только что говорил господин посол, ввели в своей стране систему GDPR. Это еще один инструмент, который был принят на уровне ЕС. Это общий регламент по защите данных. Отдельно хотелось бы отметить минимальные требования по сохранности и защите данных и другие меры, которые могут быть направлены, например, на борьбу с киберпреступностью и менее инвазивные меры, которые ограничивают передачу данных. На этом у меня все. Большое спасибо. Большое спасибо, Шина. Спасибо. Честно говоря, так много всего сейчас прозвучало. Мне было даже сложно как-то сосредоточиться и... Сейчас я хотела бы, может быть, в чем-то повториться, но представить вам другую перспективу. Я являюсь представителем гражданского общества, и поэтому вопросы прав человека, прав женщин, новые технологии, все это очень важные для меня вопросы, права ЛГБТКИ. Такие люди, как я, и те сообщества, которые я представляю, считают, что вообще эти вопросы все очень сложные, комплексные. У нас просто иногда опускаются руки, потому что нам не хватает каких-то знаний и, может быть, навыков. Хотелось бы, чтобы те данные, которые получают, например, правительство, защищались, однако мы не очень понимаем, как это происходит. Очень часто эта работа ведется изолированно. Не хватает сотрудничества. Когда мы обсуждаем вопросы принятия новых законов, которые обеспечивали защиту данных,
мы неизменно упираемся в вопрос доверия. Нам нужны более качественные законы и обеспечение их соблюдения на практике. Как представитель гражданского общества могу сказать, что нас это пугает, потому что если появится еще один какой-то закон, может быть, он будет притеснять наши права и свободы. Если, например, вы работаете незаконным путем, правительство вдруг приходит и говорит: что у вас, в общем, нет выбора. Либо вы продолжаете работать незаконно и сталкиваетесь с определенными последствиями, либо вы отказываетесь от работы и лишаетесь средств существования. Ситуация сложная. Также мы говорили о том, что можно рассматривать этот вопрос с позиции, кого мы защищаем, данные или людей. Опять же, у нас есть закон, принятый в 2019 году, который обеспечивает защиту данных. Ситуация с тех пор изменилась. Надо проверить, насколько он эффективен. В особенности в контексте пандемии оказалось, что правительству пришлось прилагать дополнительные усилия, чтобы получать необходимые данные. Мы проводили работу, в ходе которой выяснилось, что никакие консультации правительство не организовывало при принятии таких решений. То есть люди не могли высказать свою позицию по этому вопросу, а значит, их фундаментальные основополагающие права не были соблюдены. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание, когда речь идет о цифровых платформах, о социальных сетях. Когда мы принимаем какие-то законы, которые касаются приватности и безопасности, важно, чтобы те люди, которые находятся в сложной ситуации, не оказывались лицом к лицу перед какими-то рисками, с которыми они самостоятельно справиться не могут. Также я хочу отметить, что с другими членами гражданского общества мы проводили консультации и очень часто как раз говорили о доверии. Очень многие люди не понимают некоторые термины, которые касаются защиты данных. Что мы защищаем? Мы защищаем государство. Например, если произошла утечка данных, например, какие-то личные фотографии, что мне делать в этой ситуации? Кому мне обратиться? Может ли какой-то блогер оказаться арестованным из-за того, что он выложил чьи-то фотографии в сеть незаконно? Как защитить молодых женщин, которые пострадали от насилия в интернете? Следующий момент. Прошу прощения, говорит спикер. Ну что ж, пожалуй, на этом у меня пока все. Хочу отметить, что очень многие женщины-активистки говорят о том, что важен межотраслевой подход, сквозной подход. Да, интернет — это очень важная среда, которая нам необходима, но важно укреплять правовые рамки и механизмы, которые обеспечивают свободу в интернете. И это важно сделать с тем, чтобы свободы и права соблюдались и в интернете тоже. С тем, чтобы каждый человек мог быть тем, кем он является в интернете. Потому что сейчас очень часто в реальности этого не происходит, возникает некое противоречие. Думаю, здесь также можно было бы провести параллель с функциональной совместимостью в некотором смысле. Есть разные акторы в разных организациях, которые могли бы помочь нам выработать более солидарный подход и наладить совместное использование ресурсов для того, чтобы достичь
наших общих целей по укреплению соблюдения прав человека для всех людей во всех сферах, как в онлайне, так и в офлайне. Я хотела бы сказать, что мы действительно благодарим вас за то, что вы нас пригласили, за участие в IGF 222. У нас огромное количество тем и важных вопросов, а времени очень-очень мало, всего 90 минут на всю нашу дискуссию. Давайте начнем с того, во что мы упирались. Это вопрос доверия. Я сам немец и живу в Эстонии уже последние 7 лет. У меня очень большой опыт в этих вопросах. Большинство компаний и правительств не заслуживают нашего доверия в том плане, как они хранят и администрируют наши данные. Я могу критиковать частный сектор, могу критиковать государственный сектор, все страны, все континенты, биометрические данные, любые другие данные, они все дуплицируются, они все неправильно хранятся. Это совершенно невероятно и недопустимо, но тем не менее это факт. Ситуация на бумаге, она одна, а ситуация в реальной жизни, она совсем другая. И первое, что мы должны сделать, это исправить ситуацию на бумаге. Например, GDPR. Вот, пожалуйста, закон о защите данных. Такие законы должны быть приняты. Но для многих стран это не ограничивается лишь законом. Мы уже говорили о том, что, возможно, должна быть какая-то глобальная концепция рекомендаций в этом отношении. Я не хочу закрывать это обсуждение, но я хочу немножко вас, так сказать, приструнить в этом отношении. Да, у нас GDPR есть, например, и есть очень много стран, которые подписались под этим законом, которые его приняли, но они не все выполняют его одинаково. И не потому, что одна страна такая прямо умная, а вторая нет, и делает что-то иначе. Нет, просто у нас разные интерпретации одного и того же положения. Даже если бы у нас была глобальная такая концепция, мы бы все равно бы с ней не справились. Я вам уверяю, такой концепции никогда не будет. Мы все равно будем все трактовать по-разному, в зависимости от своих культурных особенностей. Вот в Эстонии, например, у нас совсем другая ситуация, не такая, как в Германии. Мы говорим с вами про считывание номеров на машинах. В Германии это запрещено, а в Эстонии, пожалуйста. Это очень маленький пример того, как можно неправильно хранить данные по состоянию здоровья, например, или биометрические данные, такие как отпечатки пальцев. Во-первых, мы никогда не придем к соглашению о том, как мы это делаем. И во-вторых, мы никогда не сможем реализовать это на практике одинаково. Я еще хотела сказать например, Эстонии. У нас есть одна политика, которая гласит, что среди всех государственных учреждений только одно какое-то учреждение может хранить собранные данные. Они не могут дуплицироваться. То есть, если кто-то у вас уже попросил ваши личные данные, другие правительственные организации не могут этого сделать, не могут дуплицировать. Они должны обращаться вот к этой исходной организации. Как это внедряется на практике? Как это действительно можно, как можно обеспечить выполнение этого положения? В Эстонии есть трекер данных, и каждый раз, когда государство смотрит мои, правительство смотрит мои данные, я это вижу, и я могу, соответственно, это отслеживать, это контролировать. Это очень здоровая, очень хорошая система. Но вопрос все равно заключается в том, знают ли граждане о своих правах, и знают ли они о том, что на их права иногда попираются. Спасибо. Я вам говорила, что у нас будет интересная, горячая такая дискуссия. Вот, пожалуйста, огромное количество различных соображений, различной, так сказать, полемики.
ПИС сегодня у нас подключилась дистанционно, пока подключается, мы из глубины зала заслушаем представителя. Пожалуйста, не задавайте нам сразу несколько вопросов, задайте один вопрос, который будет состоять из одной части, а не из тысячи, чтобы мы могли эффективно на него ответить. Представьтесь, пожалуйста, если вы хотите, и задайте ваш вопрос. Спасибо. Большое спасибо всем докладчикам сегодняшним. Я из Эфиопии, меня зовут Анак, и у меня есть не то что вопрос, а у меня есть мнение, которое я хотел выразить. Нам надо, чтобы эфиопцы наращивали потенциал по знанию цифровых программ, которые у нас существуют, по управлению интернетом. Поэтому я хотел сейчас воспользоваться этой площадкой и пригласить эфиопцев к тому, чтобы они с нами связывались и получали эту информацию. Я в разных отраслях это пропагандирую, особенно для молодежи. Я считаю, что очень важно привлекать детей, молодежь к этим инициативам. Мы объединяем вопросы, связанные с инновациями и технологиями, поэтому обращайтесь к нам. Хорошо, спасибо. Вот у нас здесь в первых рядах есть вопрос. Спасибо. Я из Сенегала. Зовут меня Диего, я из организации... Яга меня зовут, я из организации гражданского общества «Защита». У вас минута всего, задавайте быстрее вопрос. Смотрите, защита данных и приватность, вы говорите, реальность или на бумаге? В Африке вообще на бумаге ничего нет. У нас 55 стран в Африке, и только в половине из них есть законы о защите данных. Во многих, то есть в половине вообще нет никаких законодательных актов. Вот у нас Острова Зеленого мыса ввели сначала такой закон, потом Буркина-Фасо в 2004 году, а на самом деле в Сенегале есть такой закон, а проправка, в Острова Зеленого мыса вообще нет такого закона. И из 25 стран только в 14 есть какие-то регуляторные органы по защите данных. За последние 15 лет практически никакие решения не принимались в этом отношении регуляторными органами африканскими, потому что у них нет таких полномочий политических. Что это значит? Нам нужно учиться у Европы, то, что делает Европа, и пытаться перенять их опыт. Потому что безумно сложно в таких странах, как Сенегал, Гамбия, Руанда, Бенин, им очень сложно справиться с этой темой, потому что они даже не знают, с чего начать. У нас есть проблема в этом отношении. Вы знаете, цифровые права у нас нет такого упоминания даже в повестке Африканской комиссии по правам человека. В рабочей группе даже нет упоминания о цифровых правах. Поэтому Африканская комиссия, по крайней мере, могла бы создать такую рабочую группу. Вот еще Малабская конвенция о защите данных и приватности. В 2019 году все было подписано. 8 подписано 14 странами, и всего 8 из них выполняют требования. Это мы говорим сейчас про Малабскую конвенцию. Очень сложно с этими вопросами нам работать в части прав человека. И мы говорим и про цифровые права, потому что
Извините, мы должны вас прервать. Вы вышли за регламент. Бенго действительно уже рассказал немножко про этот вопрос, и мы действительно должны сесть, подумать и к какому-то решению прийти и что-нибудь придумать в этом отношении. Спасибо вам большое за высказанное мнение. Следующий. Госпожа председатель, я сейчас по-французски буду говорить. Ну, во-первых, я вас благодарю за очень интересную тему, которую вы подняли и обсуждаете, и за то, что вы дали возможность нам принять в ней участие. У нас в Европейском Союзе это вопрос совсем на другом уровне. Наш закон, конвенция ратифицирована на высшем уровне. Но это не значит, то есть она принята и в некоторых регионах она выполняется, а в некоторых не всегда. И в некоторых случаях надо соотнести это с национальными законами и практикой применения. Кроме того, у нас есть вопросы безопасности, с которыми тоже стоит считаться в части защиты данных. Помимо этого, есть еще один вопрос, который пока не поднимался. Это то, каким образом данные собираются, защищаются и потом используются. Мы говорим о целых рынках данных. Данные продаются. Мы говорим сейчас и о больших данных, и о том, как они используются разведывательными сообществами. Этот вопрос необходимо учитывать. Как вы думаете? Могу ли я использовать свои данные так же, как используют их государственные органы или какие-то коммерческие организации? Зачастую это совсем не так. Поэтому как, например, Африка перейдет к своей четвертой промышленной революции, если у нас сейчас нет основ для этого? Я хотела бы спросить наших экспертов, могут ли они прокомментировать вот эти замечания из зала. Я хотела поблагодарить тех, кто высказал свое мнение, особенно от лица Африки. Мы, естественно, поскольку GDPR – это европейский закон, мы особо не рассматривали применение к Африке, но взгляд со стороны этого континента о том, что нужно сделать в дальнейшем и как это можно применять, безусловно, чрезвычайно интересный. Я тоже хотела добавить тому, что сказал Яга. В части законов и регуляторных каких-то правил, которые у нас есть, и как сложно регулировать действия больших корпораций. Вот, например, случай корпорации Meta в Южной Африке. Или, например, ситуация в Руанде. То же самое с ТикТоком. Очень сложно с этим работать, и это вопрос, который требует дальнейшего рассмотрения. Есть ли какие-нибудь вопросы к Пилар, которая подключена дистанционно? Да. Нет, давайте мы дадим ей слово высказаться. Хорошо, да, мне показалось очень интересным все, что я услышала, но последний комментарий не особо понравился, потому что я говорила вам про мультинациональные данные и про то, что данные становятся экономическим ресурсом, и это фактор развития. Поэтому мы действительно концентрируемся в нашем отчете на анализе того, как данные выражаются в экономике, как они становятся экономическим ресурсом и так, как можно увязать их экономическую ценность с защитой прав человека. Поэтому мы призываем к такому всеобъемлющему, комплексному подходу и анализу. Там действительно неоднозначно все, очень много разных аспектов требуется учитывать.
Хорошо, давайте тогда к средней нашей панели перейдем. Вопросов ужасно много, потом мы вернемся. Давайте один вопрос заслушаем онлайн, а потом вернемся в зал. Покороче, пожалуйста, покороче, у нас время мало. Спасибо, да, действительно. Кристиан спрашивает онлайн. Есть ли время создать такую концепцию, которая была бы обязательна в правовом отношении, трансграничную, в части трансграничного управления данными в рамках Объединенных Наций? И спрашивает о том, как можно эту концепцию реализовать. Есть ли возможность сейчас сделать это на международном уровне? Да, пожалуйста, Артур, вы хотели сказать что-то. Артур, вам слово. Спасибо, опять-таки, за то, что предоставили мне возможность высказаться. Слышно меня? Слышно. На самом деле, докладчика не очень хорошо слышно, он булькает. Спасибо за то, что вы организовали эту очень своевременную сессию. Есть ли время на то, чтобы создать такую концепцию, которая имела бы законодатель, какую-то юридическую силу? И можно ли было бы собрать такие большие данные для стран? И каким-то международным образом выстроить управление этими данными? Можно ли это сделать на национальном уровне? Можно ли это сделать на глобальном уровне? Кстати, это может гарантировать также развитие в развивающихся странах, доступ их пользователей и противодействовать такому явлению, как цифровой колониализм. Это действительно важный вопрос, с которым надо работать. Я считаю, что в рамках ООН этот вопрос требуется рассмотреть в рамках конвенции ООН. Да, спасибо. Давайте мы на первый вопрос на ваш ответим, на первую часть вопроса. Спасибо вам большое, что вы мне дали возможность задать этот вопрос. Я хочу вот что сказать, очень быстренько. Я уже, по-моему, сказал, когда я выступал первый раз в вступлении. Простая причина, почему мы никогда до этого не договоримся и не согласимся ни с чем. Во-первых, ничто не может иметь юридическую силу в этом плане. И даже такие несложные темы и не вызывающие прений, как, например, доступ людям с ограниченными возможностями, даже это мы не сможем решить, потому что во всех странах разные подходы и разные законодательства. Я сейчас не спорю с тем, можно этого достичь или нет, но мне кажется, вопрос заключался в том, есть ли нужда в этом. И мы заслушали столько комментариев, в которых говорилось о том, что нужно смотреть на эту проблему и с локальной точки зрения, и с глобальной. Мне кажется, что мысль о том, чтобы иметь такой один набор принципов, которые можно применять на глобальном уровне и притворять его в законы на уровне стран, я думаю, что это было бы очень полезно. То есть я согласна, ну, наверное, с тем, что здесь работать надо продолжать, но как единое глобальное соглашение здесь я сомневаюсь. Но действительно нужно работать над соответствующими законодательными инициативами по защите данных.
говорит Артур. Да, я хотел что-то похожее сказать. Возможно, нам соглашение юридически обязывающие будет трудно выработать, но в этом направлении тем не менее надо работать. Такие инструменты, они могут помогать создавать какие-то концепцию, наверное, в этом направлении. В управлении у нас есть ведь управление внутри организации, снаружи организации, и эти два аспекта, как бы, видите, международные какие-то законодательства, это требует некоторого процесса, который более сложный, в нем требуется участие большего количества стран. Безусловно, это необходимо, но я, как здесь уже говорилось, я не уверен, что это возможно претворить в жизнь и, главное, сделать юридически обязывающим. Спасибо большое. Я вижу, желаю еще выступить. Добрый день. Я бы хотела продолжить сказанное уже здесь, сказав, что понятно, что естественно, в разных странах разные этапы работы над защитой и принятием мер по защите данных. Но с практической точки зрения, можете ли вы что-нибудь порекомендовать в отношении проведения оценки собственных усилий, как страны могут начать анализировать собственные действия, собственную ситуацию по защите данных и приватности. Я знаю, что вот в ЕС, например, есть так называемый контрольный список GDPR. Вот, может, что-то подобное могло бы быть полезно для создания какой-то стандартизации. Модератор, спасибо, очень хороший вопрос. Есть ли какие-то инструментарии, которые бы помогли странам или сторонам оценивать самих себя? Да, действительно, контрольный список GDPR – это то, что большинство регуляторов из стран уже используют, потому что именно он помогает для обеспечения соответствия и гармонизации наших усилий. Возможно, именно он нам и был бы полезен. Но, возможно, надо постараться найти какие-то пробелы в нашей деятельности, потому что многое, о чем мы говорим, возможно, оно и не поможет людям, сидящим здесь, а может, это скорее поможет будущим поколениям, и поэтому нам нужно продолжать действовать. Я вижу желающего выступить из зала. Пожалуйста. Меня зовут Смела Бавара, я из Уганды. У меня вопрос, вернее, я из Гамбии. У меня вопрос относительно стран, в которых еще нет никаких мер по регулированию данных и защите данных. Но они все еще собирают данные, биометрическую информацию и так далее. Так что вопрос, какие нам следует предпринять способы или на уровне ООН, или на уровне гражданского общества, чтобы правительства начали работать над этими правилами. Потому что иначе они не перестанут собирать данные. Ответ. Я видел в прошлом следующее в мире, что во время выборов мы все голосуем по вопросам, связанным с налогообложением и образованием и оборонными вопросами, а может, нам скорее нужно голосовать по каким-то другим вопросам. Так что я думаю, что я предложу всем нам
на следующих выборах подумать не только о вот этих узкоспециализированных темах, но и о более цифровых последствиях того, тех мер, которые предпринимает та или иная политическая партия или движение. Спасибо. В ответ на вопрос Гамбии два момента я бы хотела обрисовать. Я надеюсь, что вы знаете, что это, конечно, некоторый продолжающийся процесс. Есть некоторые правительства, которые специально не предпринимают меры по защите данных, потому что это значит тогда, что многие из процессов, которыми они сейчас пользуются, станут незаконными. Я могу привести пример 11 стран, в которых массовая биометрическая, сбор биометрических данных – незаконное действие. Но при этом нет никаких законов, которые бы заставили, никаких мер, которые бы мотивировали к выработке соответствующих запретительных мер. Вот. То есть мы, владельцы данных, мы должны реагировать, и мы должны говорить «нет». Нам нужно стремиться к минимализации данных. Надо перестать хранить и выдавать данные, в которых нет необходимости. Я предлагаю, например, в Гамбии, раз вы спрашивали, предлагаю работать над этим, чтобы процесс продолжался и развивался. И нам нужно четко обозначить правительствам и политикам и так далее, что для того, чтобы они победили в следующих выборах, на следующих выборах, что им нужно и в этом предпринимать шаги. Да, я хотела подчеркнуть, что вам нужно помнить о том, почему регуляторные органы по защите данных, почему они существуют, и почему их иногда не существует, и нужно работать над этими барьерами. Иногда речь идет просто в отсутствии хороших моделей и примеров, и в отсутствии хороших ресурсов. Но при этом могу сказать, что международные обязательства по охране прав человека действуют, даже если нет национального законодательства. И, соответственно, правительства и другие стороны, собирающие данные и нарушающие приватность, здесь есть меры на уровне международного законодательства, есть международные организации по защите прав человека, и к ним можно обращаться на вопросы, они могут задавать, и одни страны могут задавать вопросы других о законодательстве по защите данных других стран. Вот. И, во-вторых, хотела сказать, что есть специальная система по процедурам, есть докладчик по правам на приватность, и об этом тоже нужно помнить, и правительства обязаны реагировать на подобные обращения. Спасибо большое. Обычно мы просим всех участников дискуссии выступить заключительным словом, но мне кажется, что у нас так хорошо идет диалог, что я вместо этого предоставлю возможность молодой даме в зале задать очень короткий вопрос, буквально 30 секунд. На самом деле мой вопрос уже был задан. Значит, мы видим, FDA, они организовываются, и они являются основой для разработки глобальной концепции потоков данных. Этого действительно достаточно, или это может быть какое-то основание? Может быть, здесь идет речь о переговорах в рамках ВТО?
Все, никто не отвечает. Я бы хотела поблагодарить участников этой панельной дискуссии за прекрасную дискуссию. Думаю, что мы смогли здесь обозначить выводы. И думаю, что самое мое большое заключение состоит в следующем. Мы являемся владельцами данных, и мы именно и должны заниматься попытками обеспечивать надлежащее управление данными и защиту приватности. Спасибо.